Краскове жители получили ключи от новых квартир. В доме жилого комплекса «Цветной бульвар» 134 квартиры. На торжественном вручении ключей побывала и наша съемочная группа. Звон ключей, и вот она, своя квартира. Александр Цветков купил жилье в 2019 году. Пока квартира ремонтируется, живет в Москве. Переехать в Красково вместе с супругой планирует к Новому году. Не каждый день получаешь ключи от главы администрации. Хорошо, здесь вроде все рядышком. Вот, и удобно ездить в Москву, работать, электрички рядом. Строительство дома начали весной 2017 года. В 2019 у компании возникли финансовые трудности. Затем работы приостановили из-за эпидемиологической ситуации. 18 октября Министерство жилищной политики выдало разрешение на ввод в эксплуатацию, и 107 граждан сегодня могут получить свои ключи. Это начало большого проекта. На территории нового жилого комплекса располагаются двухэтажные здания, которые подлежат сносу. До 2025 года планируется построить многоэтажки и переселить в них жителей ветхих домов. Поздравить владельцев новых квартир приехал глава округа Владимир Ружицкий. Там я хотел бы искренне пожелать, чтобы в ваших домах, квартирах царило добро, любовь, все были здоровы, вирусы обходили бы стороной, потому что человек заслуживает жить в любви, в доброте, в счастье и быть здоровым. Поэтому самое доброе всем пожелание. На первом этаже многоквартирного дома откроют детскую школу искусств и школу настольного тенниса. Айтадж Щерагова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.